И знаете, что больше всего раздражает? Что вот эти вот люди, подобные тете, которая из Луганска. Я сижу в Луганске, никуда не уезжала. Я звала русский мир. Ну да, звала ты, из-за тебя разъехались мы, понимаешь, по всему свету. Но почему, я думаю, вы не открываете все свои лица? Казалось бы, говорите правду. Казалось бы, ну, вашу правду, как вы говорите, у нас своя правда. Казалось бы, чего вам бояться? Вы за Россию, вы сидите. Вопрос. Вы заметили, что, освобождая, Россия стирает с лица земли города? Вы надеетесь, что она их будет восстанавливать? Даю вам в пример от моего родного города. 37 километров есть Новошахтинск, который 27 лет закрыты все шахты. Город-призрак. У меня к вам вопрос. Сколько осталось работающих шахт на территории Донецкой области из 27? А? Не хотите правде в лицо глянуть? А знаете, почему вы не открываете лица? А я знаю. Вы... 8 лет там просидевшие, как мыши под веником и кричащие «Россия! Россия! Вперед!» Вы сохранили свои украинские паспорта и приезжаете сюда, в Европу, под видом украинцев и получаете все льготы. У меня к вам вопрос, чего вы в Европу-то едете? Почему не в Воронеж? Почему не в Хабаровск? Зачем вы сохранили ненавистные вам паспорта с трезубцем? Наташа из Константиновки, которая училась со мной на первом курсе в Макеевке. Привет тебе. Ты думаешь, интернет что-то забудет? Интернет забудет о том, как ты писала. А, скорее бы пришли россияне. А, скорее бы меня убивают украинцы. Ты думаешь, забудет? А что ты в Испанию, Наташ, поехала, а? Почему не в Анапу, если ты так любишь море? Почему ты взяла украинский паспорт и поехала в Испанию? Потому что вы двуличные, вы двуличные, вы недалекие и двуличные. Для вас достучаться хотя бы, чтобы вы поняли. Блин, какую беду вы пригласили в наш дом. И сейчас ходите тут, как же вы смотрите на украинские флаги в Европе? Как же вам не бельме то на глазу, а? Ох, люди, такие ничтожные, такие мелкие, такие пакостные. И тот чувак, который говорит, да никогда ты не был в Беслане, так давай я тебе фотки свои в Беслане, а ты выпьешь, если что, стакан мочи за это, за то, что говоришь неправду.